Если студенты живут от сессии до сессии, то спортсмены корпорации ВСМПО «Висма» живут от октября до октября. Комплексная спартакиада трудящихся берет старт в октябре, же и финиширует. Поэтому физкультурные награды принято считать вместе с урожаем по осени. Непростым, продуктивным, азартным, в общем, как обычно, выдался сезон спартакиады 2011-2012. Начнем с новинок года. В состав спартакиады добавилось 3 вида спорта, и 2 из них зимние. Хотя язык не поворачивается назвать их зимними. Когда на улице стоит плюсовая температура, в ледовом манеже на стадионе «Старт» в это время, как ни в чем не бывало, заводчане рассекают на коньках. «Держись ближе к центру, заходи с большого круга», – подсказывали болельщики. Но у каждого участника соревнований по шорт-треку была своя манера езды. Страшно просто упасть, если упадешь, потеряешь минуты. Это, лучше этого не делать, лучше пройти, как ты можешь. Перед этим все равно тренировочка какая-то была, так как научился, так и могу. Давно научились играть в хоккей действующие спортсмены корпоративной команды «Титан». И неудивительно, что на Кубке ВСМПО по хоккею с мячом, второй новинке этого сезона, хоккеисты просто не отдавали мяч своим соперникам. Они как будто вели игру, кто дольше задержит мяч у себя. Соперник отличный, достойный. Игра была хорошая. Соперник сильный. Новинка под номером 3 скрывалась на горнолыжных трассах Мельничной. Вполне резонно, что велопробег прошел в первые дни осени. За это жаркое лето спортсмены успели изучить весь набор скоростей двухколесного транспорта. Поэтому пришли подготовленными. Среди участников велогонки было замечено много новых лиц. А спортсмены со стажем давали рекомендации новичкам, как сохранить бодрость духа на долгие-долгие годы. Велосипед входит в систему тренировок лыжника, поэтому все лыжники и на велосипеде, и бегом, и на лыжах. Кстати, о лыжах. В эту зиму снега было действительно сложно допроситься, но только не на Мельничной. Пушка не скупилась на снег и выдавала его на гора. Трасса тяжелая. Для человека, который стал на лыжи только сегодня, она тяжеловата. Ну, в принципе-то все идут, все добежали. Все добежали до финиша и на главной гонке года – эстафете на призы газеты «Новатор». Нынче, вот в этот год, юбилейная эстафета, соответственно, и конкуренты не спят, все готовятся, много новых ребят появилось, которые составят достойную конкуренцию на первом этапе 5 мая. Но как бы не боялся конкурентов наш лучший бегун, физорг цеха номер 16 ВСМПО Влад Котов, его комплекс и на этот раз на первом месте. Хотя бежали легкоатлеты нога в ногу. Лишь на несколько секунд лидерство листопрокатного комплекса удалось перехватить Максиму Куксенку из цеха номер 32 ВСМПО. Плавильщики взяли серебро новаторской эстафеты и серебро спартакиады. Ветераны спорта, хотя на спортивных дорожках трудно назвать этих людей ветеранами, пусть им за 50 и 60 лет, в этом году вновь влились в ряды легкоатлетов. Тряхнете стариной сегодня? Да, раздал согласие, значит, тряхнем стариной, как вы говорите. Значит, настроение нормальное, в принципе, страха, как вы говорите, никакого нет. Готовились к этой эстафете. Нельзя не сказать, что за этот год произошли существенные изменения и в рядах спортсменов. Мужчин призвали в армию, девушки ушли в декрет. Кто-то уволился с ВСМПО. В некоторых цехах произошла утечка спортивных сил. Например, один из лучших лыжников и легкоатлетов цеха номер 38 ВСМПО Евгений Муромцев теперь защищает честь физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО цеха номер 51, который, кстати, удивительным образом занял первое место в третьей группе. Стоит теперь собрать все силы в кулак спортсменам второй группы цехов, тем, кто занял здесь призовые места. Это цехи номер 5, 3 и 35. Выше планку физкультурникам цеха номер 40 и 6, занявшим второе и третье места в третьей группе. Не расслабляться бронзовым призерам группы номер 1, работникам умственного труда, управленцам цеха 12. Хочется обратиться к спортсменам 16-го, но подыграйте уже хоть в чем-то вашим конкурентам.
Но спорт есть спорт, побеждает сильнейший. Прокатчики стали в этом году семикратными победителями спартакиады 2011-2012. И вновь они у руля. 16-й рулит. Рулит Тагил. 16-й делает план. Ой, хорошо. Здорово и то, что спортсмены корпорации впервые в этом году участвовали в корпоративных играх, два раза взяв серебро соревнований. Они привезли домой медали из самой столицы, а в сентябре этого года вышли на мировой уровень, заняв первое командное место в своей группе. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордом наши звонки дать.